утро. Сегодня будем собирать теплицу Легенда 2,5х6 на бетоне. Теплица у нас будет под стекло полностью. Плюс будет стеклянная перегородка. Две двери, два форточных блока. Пока приехали, разгрузились и начинаем монтаж. Закрепили к основанию, выровняли все, прикрутили отлив, обшили перегородку. Перегородка у нас глухая. В принципе, теплицу можно готовить для покрытия стен стеклом. Стены, потом крыша, потом торцы. Монтаж теплицы, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2,5х6 под стекло на бетоне с алюминиевыми дверями, с глухой перегородкой, тоже стеклянной, с двумя форточными блоками, в каждом отсеке по одному, с системой подвязки, над грядками расположена она, одна грядка поуже, другая пошире, соответственно, расстояние между нитками тоже немножко отличается. Что-то у нас погода испортилась к концу дня. Полтора часа насквозь мокрые. Но зато успели. Дверь на замке. Все тут положено, там крючок. Обязательно. Вот такая отличная теплица. Светлая, красивая, прочная. У нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.